Вперед. Опа! Опа, да! Опа, о, да. Танцы опять! Е, ага! Йо-йо! Йо! Локтями все! Ага! Ага! Папа, папа, давай, давай, а ну покажи коронный танец, покажи коронный танец, пап, ты где? Вот я. А ну давай, забабахай что-то. Опа! Йо-йо! Нифига себе, я так не умею! На канале мистера Максима ты сможешь найти много различных летсплеев по крутым играм, черепашки-ниндзя, многие другие, также много стримов, Майнкрафт без модов и многое другое, поэтому заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой Игорем мы продолжим играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребят, как обычно, забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать на всех наших видео, тем больше серий по «Кто твой папочка» мы продолжим записывать вот таким составом. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылки есть в описании. И, ребят, не забывайте писать свои положительные комментарии. Мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. О, Женечка, смотри, какие игрушки, кубики, кубики. Прикольно. Зайчики. Вы уже взрослые, смотрите, вот у меня уже есть пушка, у вас есть пушки? Да. Есть, во. У меня есть. О, показать? Вот, видите, показать? Дула! Вот у нас есть пушки, да? Мы уже взрослые, да. И поэтому я сейчас вам покажу взрослую жизнь. Пойдемте в клуб. А это что такое? А, он сейчас увидит. А зайчики оставляем их тут? Зайчики оставляем тут, у нас есть пушки. А можно кубик Рубика с тобой взять? Нет, у нас есть пушки. Ну ладно. А вот это? Пушки. Ну вот это? Пушки. Пошли, пошли, Женечка, папа лучше знает, пошли. Ну ладно. Давайте. Йоу, гангстер, пойдемте, пойдемте, мы уже близко, видите, хайф. Приключения котиков мне нравилось больше. Да. Так. А это что такое охранники? Это охранники. Они... А они тебя не пускают! Убирай! Папа, папа, за... Так, по-моему, мы потеряли лишних людей. Жень! Помогите! А где Женечка? Клуб, я уже в клубе, я уже тусю. Тусю? Тусю. Ага, ага, тус, тус, тус. Йоу, Гастер, почему здесь так мало народу? Ну так себе. Во, так себе туса? Так. Папа, Эдичка, а что мы тогда будем делать? Женечка. Пойдемте, я вам покажу, что еще. Женечка, смотри, что тут есть. Значит, сразу убиваем охранников для того, чтобы они нам разрешили продолжить. Весело! А нас не посадят за это случайно? Не знаю, посмотрим там. Пап, а можно пивасика выпить? А можно бармена убить? Не, ну как бы нельзя, ну да тут все. Пивасика или молочка, смотри, тут молочко есть. Не, ну тебе как бы молочко надо, но ты можешь посмотреть. Ао. А тут есть что, покрепче что-нибудь есть? Нет, ты пьешь молоко. Нет, я буду. А, ура! Спа, все. Ой, Женечка, Женечка, иди сюда. Ну, папа! Водяра, 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 Женечка, давай пополам. Держи, Эдичка. Давай, держи. Давай, пополам, пополам. Давай, дроп. Давай, давай, опа. И что вы делаете? Ой, это, конечно, все хорошо. Круто. Пап, что ты нас раньше не водил в клубешники, а? Да прикольно, пойдем танцевать. Подожди, подожди. Йоу, йоу. Подожди. Так, не музыка, надо убить диджея. Да не, па, все нормально, па. И тут диджей. Так, нормально. Нормально, нормально. Йо. Вперед, есть серьезное дело, пойдемте. Куда? Неплохо. О, Женечка, подожди. Чё тошнит. Ой, пучит тут. Тут еще кого-то пучит, смотрите. Ооо. Скажу. О, папа, не на меня, не на меня! Чё мы выпили такое, а? Вперед, вперед, давайте, вперед, хватит! Уже плохо, да? Они тоже пили, да? Наверное. Чё мы выпили такое, а? Ой. Так, серьезное дело, сейчас я вам покажу, здесь серьезные дела крутятся, вертятся, понимаете? А ну. Куда он нас ведет, Женечка? Куда ведет? Сейчас самому бы вспомнить, куда идти. Вот сюда. Валим охранника. Охранники, валим охранника! Ай! Патрон нету! Убейте! У меня тоже эту тварь! Давай, пап, веди нас! Сейчас, надо покушать, подожди.
У меня патронов нет. Патроны купите курицу. Мне курица не нужна, мне патроны нужны. Мне тоже. У нас тут небольшая проблема, тут еще два охранника, да? А как нас пропустят сейчас? Женечка, давай, раскидывайся. Женечка, ну давай, включи свою. Вы такие милые, я так их отвлекаю, проходите. Вы такие милашки. Бежим! Давай, закрывай дверь, закрывай! Да закрой ты! Закрой! Все, да вашу мать! Тихо, все. Так, приватный танец. Геннадий! Давай, Геннадий! Сейчас за менеджер Геннадий, бьем! Давайте в рукопашку! Бегайте! Че он жирный-то такой, а? Спасите, у меня одно сердечко! Че нам с ним делать-то, а? Да пофигу, пусть скачет! Тут у нас есть тёлочки, смотри! Хоть я и сама тёлочка, но мне всё равно нравятся тёлочки! Тёлочки. Папа, ты где, папа? Я думаю... В смысле он думает? Папа, ну вернись! О! Ну давайте с Геннадием подружимся, Геннадий. Так, Геннадий, волосатый. А давайте кидать деньги этим девочкам и нахуй танцевать. А ну да. Йоу. Они заслужили, мне кажется, они заслужили. Вперед. Йоу. Штексы. Может, Геннадию тоже дадим что-то? Он заслужил тоже. Геннадий, на, пожри. Телочки. Ой, пап, мне что-то надоело с телочками тусить. Да, пойдемте еще посмотрим, что здесь есть. Давайте еще потусуем, Опа! Опа, да! О, танцы опять! Йо-йо! Йо! Ага! Папа, давай, а ну покажи коронный танец, пап, ты где? Вот я. А ну давай, забабахай что-то. Опа, Йо! Нифига себе, я так не умею! А как это? Как? Папа! Опа! Я как? С 8 классе, понимаете? Покажи еще, папочка, ядички! Покажи! Смотри, я брейкданс умею, смотрите! Опа! Опа! Как он так танцует? Оу, ганс, щит! Как? Ага! Черная магия какая-то, Все, вперед! Следующее наше действие будет что? Смотрите, а там какой-то VIP-этаж, смотрите, вот. Идем VIP-этаж. Вперед. Вот, папа жару дал прям. Да, я отжигаю. Да. Нифига, о, тут все видно прям. Какие-то сундуки, смотрите. О-о-о. Снайперки, смотрите. О, папа, давайте по одной. Давайте стреляем тут всех. Чур, я расстреливаю Фредди. На! Я охранников. Убейте диджея, он никогда не включал специальную музыку. Охранников! И тебя тоже! А может проще так, смотрите. Вот, ох ты, как это ты такое сделал? Видел, все. А вот там смотри, Женечка, там еще кто-то сидит. Рома какой-то, вот там Рома. Пум. О, давай, я Ивангай. Давай. А я Фредди. Опа. Они опять появляются. О боже, они бессмертные! Они бессмертные! Это всё пидас! Чё за проклятый клуб? Мне кажется, валить нужно отсюда! Валим отсюда! Ну что, прикольно, мы сходили в клуб, а теперь, мне кажется, можно по традиции его взорвать. Женечка, я тебя... Женечка, давай вместе! Давай вместе! Мудак, папа, мудак! Валим! Ура! Ура! Бэм-бэм! Какой же крутой был клуб. Мне понравилось, Адичка. И папа мудак. Да, ну нормально. Подарочек для тебя осталось. А ну. О-о-о. Смотри. Получи плюс. Ой. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании. Да, ребята, не забываем подписываться на все наши каналы. Ссылочки будут в описании. И, ребята, не забывайте писать ваши идеи для новых серий «Кто твой папочка» в комментариях. Мы читаем абсолютно все комментарии, и на самые интересные мы будем отвечать. Да, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.